О, да, об этом я и говорю. Да что ты знаешь? Я много чего знаю. Ладно, покажи мне что-то. Отлично, сейчас покажу. Я начинаю, ты готов? Да. Мне не жалко такой суммы денег. Ты с ума сошла, Лен. На границе думают по-другому. Их предупредили. Дадим вам 17 сверху, договорились? Алло? Стоп, стоп, мэм. Сюда нельзя. Это мои дети, мои. О, боже. Где они? Простите меня, пожалуйста. Майкл, Майкл, что с тобой? Найдите Эс-Джея. Майкл, ты цел? Помогите Эс-Джею. Мне так жаль. Простите, мам. Эс-Джей, малыш. Мамочка? Да, сынок. Как думаешь, отстирается кровь? Думаю, отстирается. Мэм, вы понимаете, на такой скорости нельзя ездить, если спереди сидит ребенок. Но они ведь целы. Синяки, ушибы. Скажите спасибо подушкам. Иначе сломали бы ноги, шеи посворачивали бы. Но нужно помнить, что всякое случается. Бывает, что подушки с дефектом. Вам очень повезло. Нет, позвонила страховую, да. Все в порядке. Да, позже созвонимся. С Джейм все нормально. На самом деле, ему даже нравится, сколько ему внимания уделяют. Майкл, послушай меня, пожалуйста. Ты не виноват. Посмотри на меня, дорогой. Майкл, что у тебя с рукой? Я его держал.